привет! Привет, друзья! Погромче только опишу. Меня зовут Юрий Королёв, я с Барнаула, с Алтайского края, команда продвижения. Мы в этом бизнесе с компанией Reflame вместе с супругой. Какой уровень у вас? Мы директора. Угу, отлично. Директора компании Reflame. У нас семейный бизнес, да, как бы развиваем свой бизнес, растим новых партнеров, новых директоров. И знаете, что интересно, до того, как я пришел в Reflame, я работал в пенсионном фонде 13 лет. Где? В пенсионном фонде. В пенсионном фонде? Погромче чуть. И 13 лет работал в пенсионном, 5 лет последних работал в пенсионном в отделении пенсионного фонда по Алтайскому краю. Обалдеть. Супруга у меня тоже в пенсионном фонде работала. И будучи в декретном отпуске, как наши друзья Артем и Юрий Гифнидов рассказали о возможностях, она стала работать, да, учиться. Я уже очень скептически относился, да? Ага, ну как все. Вообще все у нас очень не верят, что мы сможем реально деньги зарабатывать. И глядя на то, как она, у нее получаются такие простые действия, да, как, в общем, как принято говорить, пришел на шелест денег. Причем меня просто реально полгода вылавливали, пытались провести презентацию, просто не могли провести презентацию, да. Я там, ну, всячески разные способы придумал, то за пирожками, то там у меня живот заболел, то на тренировке, вообще, ну, вот просто избегал. И знаете, вот сейчас вот как бы оцениваю, не то, что не боялся, да, послушать информацию, я просто был не готов к психологическим барьерам. И вот многие задаются вопросом, да, как мужчин пригласить в бизнес. Просто зовите женщину, мужчины придут только в бизнес за женщинами. Не зря я говорю, что это с первобытных времен первую женщину всегда пропускали в пещеру. Здесь также мужчине проще пройти по проторенной дорожке и уже потом начать свой бизнес развивать. Если мужчину звать одного, они регистрируются много. Просто по своему опыту я вижу, что есть большие регистрации, мужчины приходят, но они не задерживаются, потому что единицы людей, которые перспективу, потому что мужчина живет в таком стереотипе, и они привыкли, что вот, ну, как, наверное, инстинкт охотничий, да, что хоп, надо сразу что-то поймать и притащить домой. Быстро. Быстро, да, и на перспективу там многие не готовы просто работать. И, ну, мое сугубо личное мнение, для того, чтобы мужчины приходили в бизнес, зовите женщин. Супер, спасибо огромное, успехов. Какая цель ближайшая, Юрий? Ближайшая, вариантовая деревня. У нас Майами. Майами обязательно, с детьми желательно. У нас два сына, поэтому. Классно. Мы желаем успеха вашему семейному бизнесу, процветания проекту, чтобы в вашу команду приходили классные женщины, замужние, и вели за собой потом мужиков. Пока.